Я хочу выразить также хвалу Всевышнему Аллаху за то, что мы сегодня имеем отношения с властями, добрые, понимание. Они сегодня с нами рядом. Раньше этого, конечно, не было. Были разногласия, были дистанции. Сегодня они с нами. Сегодня в этом трибуне сидит человек, который мне нет необходимости много говорить. Это глава администрации Боткинского района, уважаемый Руслан Гамзатов. Руслан, ассаламу алейкум, рахматуллах. Мы желаем тебя услышать сегодня, брат. Ассаламу алейкум, уважаемый джамаат села Годобири, дорогие гости. Прежде всего, поблагодарю от имени всех жителей района, от себя лично, каждого из гостей, который оказал к нам вот такое уважение, такую любовь братскую и приехал поделить с нами вот эту радость и баракат этого мажлиса. Особенно приятно мне, что я сижу, хоть и недостоин, рядом с такими почетными нашими богословами. Это большое счастье для каждого мусульманина. И пусть Всевышний каждого из нас, всех без исключения, вот так же соберет и в райских садах вот, после суда. И я уверен, что вот подобные мажлисы будут и в дальнейшем только укреплять наше братство. Пусть подобные мажлисы станут достоянием для каждого всего нашего района, потому что они служат только объединению нас и укреплению наших вот братских таких отношений и нашей любви друг к другу чистой. Конечно, не скажу, что я горд, но я рад тем, что у нас есть вот уже доктора исламских наук во всей республике, в частности, в нашем районе, в нашем селе Годобери. Это большая честь для нас и, конечно, и ответственность. Мы, прежде всего, джамаат села, каждый житель села должны чувствовать эту ответственность, что они представляют и свое село, и вот таких богословов, где бы они ни находились. И все мы должны, конечно, с достоинством и с честью носить вот это меру своей ответственности, где бы мы ни находились, потому что вот по нам будут судить и о джамаате, и, конечно, и о наших богословах. Особенно приятно, что не только Ахмад Хаджи у нас и среди докторов исламских наук сегодня присутствует, но и другие наши гости. Если я не ошибаюсь, 5 докторов исламских наук вот, оказали честь нам присутствовать на нашем таком благодатном мероприятии. И уверен, что вот они будут служить ориентиром и такой путеводной звездой для других наших богословов, для наших детишек, которые изучают нашу религию, чтобы все равнялись на них и стремились вот к такому уровню знаний, а главное, к такой искренней любви жителей к ним. Уважение нельзя купить, его можно только заработать, и тем более вот в исламских науках там случайных людей не бывает. Там диссертации и так далее, ученые звания, ученые степени никто вам не подарит. И вот такое отношение и к нам, и такая для нас радость, конечно, является следствием, результатом того, что в этом селе всегда отличались любовью к знаниям, любовью к исламу. Здесь всегда джамаат села Годобери отличался таким крепким своим характером не только в работе, но и в познании, вот изучении знаний. Всегда в этом селе функционировал и мечеть, и медресе. И особенно приятно, что вот это нынешнее поколение, вот эта плеяда наших молодых таких богословов также вот, все увеличивается. И я думаю, что и прошу Всевышнего, чтобы у нас вот, Ахмад Хаджи был далеко не последним доктором наук из нашего района. И уверен, что каждое наше село достойно того, чтобы вот, из этих сел выходили известные алимы. Наш район всегда славился прекрасными богословами, которые вот прославляли наш район далеко за их пределами. И я уверен, что вот эта славная плеяда будет продолжена. Большое спасибо всем гостям. Пусть вот и в ваших домах будет баракат. И не буду долго говорить, предоставлю вот это время алимам, потому что я всегда говорю, там, где алимы, чиновники должны чуть сокращать свои выступления. Спасибо всем вам, и пусть будет всегда баракат во всем нашем районе. Спасибо.